Красковская больница готова работать в новом статусе. Сейчас в медучреждении устанавливают оборудование, с помощью которого будут лечить больных коронавирусом. Глава Люберец Владимир Ужицкий, заместитель председателя правительства Московской области Евгений Храмушин и генеральный директор Мособлэнерго Алексей Брижань обследовали все этажи здания. Все прошли до единой комнаты, до единого уголочка. Впервые за последние две недели в Красковской больнице появились медработники. Перед тем, как строители покинут объект, они проверяют, какие условия созданы для них и в первую очередь для пациентов. Как и во всех инфекционных стационарах, помещения разделили на несколько зон. Пациентов распределят по разным этажам в зависимости от степени тяжести заболевания. Каждый бокс изолирован и обеспечен отдельным душем и туалетом. Мы сегодня обошли, по сути, весь корпус, зашли во все палаты. В принципе, работы завершены. Понятно, что после такой большой стройки есть определенное замечание у медиков. Понятно, что это в течение там, ближайших суток тоже будет устранено. Конечно, надо после строителя навести порядок. Вопросы пожарной безопасности и работы системы палатной сигнализации на особом контроле. Участники инспекции убедились в исправности всех приборов лично. Она потом через какое-то время сама отменяет себе. Нормально, тоже прошла 11-я. А врачи и медсестры тем временем обустраивают свои рабочие места. В здание завозят компьютерную технику и оборудование. На то, чтобы расставить все по своим местам, у медиков 2 дня. Совсем скоро они приступят к своим непосредственным обязанностям. Начнут борьбу за жизнь и здоровье каждого, кто попадет в эти палаты. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.